Так, я сегодня в офисе Oriflame, не делает макияж. У нас вечеринка, я сейчас похожа на старушку немножко, да, то есть у меня тут, видите, седина, я не успела покраситься. И вот сейчас из меня будут делать молодую девушку. Да, Наташа? Наташа Зубова, наш официальный визажист. Вот, начинаем, приступаем. Пока только на лицо нанесен крем и праймер. Без тоналочки, да? Вот тоналку сейчас на меня нанесли. Китайскую вазу. Я, конечно, могу сделать, чтобы вообще было очень узкое лицо, но это надо снимать в темноте будет, чтобы вообще ничего не видно. А не надо так, не красиво. Чтобы контуров не было видно, я не люблю это. Фиолетовый. Так, я вот эту люблю тушь, она объем. Так, значит, или вот эту. Вот эта мне тоже нравится. Но я вот сейчас вот эту красненькая. Синяя. Мы почти заканчиваем. Это в каком стадии сейчас? Ну еще стадии какая. А это вообще, Наташа, какой? Я такой вообще согласился на это. Это не, я не сделаю, она все равно будет. К вечеру еще подтает, она вообще будет. Просто Наташа такая скажет. Муж говорит, глянь на меня глазами. Я гляжу на вас глазами. Вся сверху красивая. А вообще как-то мне нравится, вот так вверх все поднято. Мне нравится. Так, глаза закрой, пусть вниз. Сейчас я могу. Я издалека так вот смотрю вообще. Я умею улыбаться вот так вот. Вообще. Фейсбилдинг. Значит, как придерживаешь, чтобы тогда в таком случае у нас губок не было. Шляп. Итак, вот макияж готов. Да, мужу понравилось. Мне тоже понравилось. Очень здорово. Помолодела сразу из бабульки. Превратилась в молоденькую девочку, но не 18-летнюю, но 20-летнюю. Наверное, да. Так, и вот Натали, уже все. Я уже пошла. Да, сегодня у нас вечеринка. Идем на вечеринку веселиться. Ну, вот такой вот наряд я одела. Я уже была, но пока ничего нового не придумала.